Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тарасовская «Золотая шайба» с каждым новым сезоном становится все более популярной не только среди мальчишек. Сейчас в хоккей играют и девчонки. Если 3 года назад за призы сражались 33 команды со всей области, то в этом на лед вышло 81. Почти все районы и города региона. В Самаре за выход в областной финал сражались 20 физкультурных коллективов. Чем больше спортивных арен, тем больше детей, нужны хорошие тренеры. У них появится интерес к работе с детьми. И мы уверены, что на следующий год на «Золотой шайбе» уже будет не 1300, а гораздо больше наших спортсменов. В областном финале «Золотой шайбы» за Самару играли 3 команды. «Чайка» взяла 2 бронзы, победив красноармейскую «Комету» 9-4 в старшей возрастной группе и пестравских «Шершней» в средней со счетом 6-3. Еще одно 3-е место у самарца. Среди младших команд они одолели опять же насекомых из пестравки 7-1. Для некоторых дворовых хоккеистов турнир «Золотая шайба» – отличный трамплин в профессиональный спорт. Турнир «Золотая шайба» – это все-таки кузница наших олимпийских чемпионов, чемпионов мира, да, и, естественно, в НХЛ. Да. Дело в том, что мы «Золотую шайбу» для того и собираем с дворового вида спорта, да, где ведем естественный отбор игроков и молодых хоккеистов, да, где, естественно, потом они идут в спортивные школы. «Золотую шайбу» областного значения в этом году выиграли 2 команды – «Марат» и «Села Ягодное» и «Отрадненский спортград». «Отрадным» капитан команды мужской, девочка. Вот она, победитель. Видите как? Мы там 2 года назад пили ледовый дворец, даже не 2, 1,5 года назад, да? И вы научились так уже, так и играть. Молодцы, успехов вам! Чемпионы областной «Золотой шайбы» поедут весной защищать честь Самарского региона на всероссийский турнир в Сочи в новой хоккейной экипировке и форме. Подарок от организаторов соревнований. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.